Привет, друзья! Есть известная фраза «тьмы нет, есть отсутствие света». Да, на самом деле, видимо, так, потому что я проанализировал на свои материалы, которые я выставляю в роликах, комменты. Я проанализировал те комменты, которые очень негативные, где написано «одна вода, одна вода, одна вода» и так далее, ничего такого типа интересного, нужного, полезного и так далее. Я проанализировал эти комменты, потом мы с несколькими этими людьми говорили, общались там же, в переписке и потом в личке, и оказалось, что это люди, которые в таком состоянии дикого напряжения находятся. Поэтому им кажется, что каждая секунда проходит как вечность, такое напряжение. И поэтому, когда там действительно идет ролик, в котором они как ожидают какую-то пользу для себя, а в этот момент там, ну, рассуждение, где надо действительно иметь более спокойное состояние, какое-то более свободное. Да, они вот из-за отсутствия энергии как бы выдают негативную энергию. И вот получается, с чего я начал, тьмы нет, есть отсутствие света. И поэтому получается отрицательная энергия, вот отрицательный коммент, из-за отсутствия энергии. Человек истощен, человек перенапряжен поэтому. Если бы он был в балансе, если бы он был в состоянии хорошего внутреннего равновесия, вот этот гомеостаз, который, как говорится, если бы был у него в таком правильном моменте внутреннего равновесия, вот и коммент был бы положительный, потому что плохих людей нету. Я вам это точно говорю, потому что я взрослый человек. И когда я, например, не высыпаюсь, я тоже раздражительный. Ну а куда денешься? Энергии-то нету. И поэтому были случаи, да, прямо признаюсь, что не выдерживал, когда я там стараюсь. Вот сейчас, например, в этом ролике я объяснил, по моему мнению, глубочайшую мысль. Это подтверждение, что тьмы нет, есть отсутствие света. И что негативная энергия – это просто ее отсутствие у человека, отсутствие энергии. Выражается как агрессия, как негативная энергия. Это глубочайшая мысль, между прочим, обратите внимание. Но если это смотрит человек, у которого нет в данном случае энергии, он, конечно, даст какой-то токсичный коммент. А если я в этот момент в хорошем состоянии, если я помню, что просто потому, что люди могут быть в плохом состоянии, им надо помочь, и отреагирую вот так же, будет лобовое столкновение, и всем будет очень неприятно. Да. Друзья, поэтому я вам рекомендую восстанавливаться чаще, потому что у нас сейчас мир рушится на нас, такое время переходное, и напряжение под этим давлением очень высокое, а человек долго не может быть в высоком напряжении, он истощается, батарейка мозга истощается, условно говоря, поэтому пользуйтесь мозговым санаторием, выходите на приятный ритм. Думайте, о чем думается, переживайте, о чем переживается, делая повторяемые движения. Как мы обычно инстинктивно и делаем. Да, а это мы по существу пропускаем через это, через волну, упражнение ключевое, волна. Через эту волну пропускаем все наши переживания, все наши эмоции. Да. Я очень хорошо помню, какое дикое напряжение бывает у человека, например, с похмелья, например, с истощения, недосыпания, боли и многих других причин. Почему? Что такое боль?
Я вам раскрою секрет. Я об этом несколько раз говорил, но сейчас вы это услышите. Точки наивысшего напряжения, они негативные. Так воспринимает их мозг. Потому что они энергозатратные. Поэтому эти эмоции негативными называются. И боль негативная, она переживания вызывает, отрицательные. Потому что, еще раз, чем больше мозг затрачивает энергию на удержание баланса, тем менее комфортными являются эти ощущения. И поэтому переживательные процессы, утраты, там, оскорбления, обиды, они называются негативными эмоциями, потому что они энергозатратными являются. Вот оно что. Поэтому мы по методу ключ идем для восстановления по пути комфортному. То есть там, где мы меньше тратим энергии, мы ее и восстанавливаем. В любимом деле, в действиях, которые синхронны нашему текущему состоянию. И поэтому у нас вот эта волна, например. А кроме этого, есть методы и другие упражнения и приемы. И вам надо подбирать то, что вам проще и комфортнее. Ну и дозировать по степени комфортности. Ну, об этом мы будем говорить на ликбезе бесплатно, потом будем говорить на вебинаре, выходите там в Zoom, задавайте вопросы и получите развернутые ответы. Я говорил долго, но говорил умные вещи, как говорится. Кто был более-менее способен, кто был более-менее с достатком энергии, смог это выслушать без раздражения. Да. До встречи.